since was a kid. All I had was a dream. More money, more problems. When I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread. We can talk so fresh. How we flow, everybody get this down. Was a kid with the other little kids. Now I'm ripping up shows and I'm fans. Да, Лёша его на мороз выкинул. Вот. Теперь у него вместо Иваныча, этот, как его? Дима. Вот, Дима, да. Новый. Чехов у него. Чё несут люди, вообще непонятно. Да Миша опять обкурен. Почему опять? Как обычно. Всегда такой. Запись не забыл. Поэтому опять, типа... Ты сказал, запись не забыл включить, и замолчали резко. Ну как? Сейчас что-нибудь ляпну. Ляпну. А чё с Ляпином? Отлично. Ляпин. Это ты случайно вспомнил? Почти не слышно, Дима. Сейчас буду орать. Уже вроде. Нужно всего лишь пододвинуть микрофон. Просто. Элементарно. Что громко вам, блин, тихо, громко. Вот сейчас тихо. Если ничего, то дышишь. А если не дышу, то вентилятор. Исчезни. Все готово. Я тут еще ем, успеваю есть как-то. Ничего себе. Я жду пит-стопами. Комментировать будешь? Конечно. Конечно. Ну, вроде попал на все арки. Дима, тебя то слышно, то не слышно, я не понимаю. Задолбали. Чё тут я-то? Опять. В первом повороте бум-бум и все. Бум-бум, да. Это клюв, потерпи чуть-чуть. О, Максим третий. Вот это. Только сейчас заметил. Максим, а сколько ты проехал? 38,6. 38, 6. Очень фигово. Ну, блин, у меня третий сектор, а второй был ужасный. 43, блин. У Эдика 41,5. Я мог вообще проехать, блин. Сколько там получается? 48. Нет, 47,3, еще тут десятки. 47,0 можно было проехать. Во. Я реально, блин. 47, да? Нехило скинул. 37, блин. Че вы такие? Так, форма, да? Ну я не знаю. Че ж ты проехал на 2 секунды, это хуже. А сколько кругов-то, а? Вторая дохла. 5. Это, кстати, реально много. Это типа Венгрия. Опа, кто нажал? Не я. Мясников. Чего? Сразу такой. Штраф. Не, наверное, Степана. Блин, а мне надо было это. Того. Так, ну ладно, если чё, бутылка рядом. Так, поехали. Что? Что, простите? Миша спалился, блин. В 13 лет уже 2 раза кодированный. Да не в том смысле, блин, в смысле... Неважно, короче. Конечно, конечно. Блин. В туалет, в смысле, надо. Столько выжили. Дима, спокойно, нам стартовать сейчас надо. Да. Стартуй. Эдик, что случилось? Почему? Я последний, слава богу. Миш, ты же Лёшу не боишься, да? Конечно.
конечно. А какого из них? Резном! Резном уехал! Только не въедь! Только не... Ой, тихо! Давай! Справа вышел. Справа тихо, говорил. Ну что вы делаете, блин? Ребята, вы втроем на меня! Я, блин, 4 человека в повороте. Тихо, Софонька! Софонька! Ты как назвал его? Его. А, это он. Вы что? Ребята, а как же я? Софочка. Ну да, Эдис. А место? Ну, Софонька. Эдичка. Тихо, ладно, все, торможу. Ой! Нормально, все. Эдичка! Софонька! Софонька, не надо, Софонька, тихо! Ничего, спокойнее. Тут люди делают. Да ладно, я думал, вы оборотни. Понесло человек. 55 кругов, блин. Тихо. Заремба не надо, заремба. Заремба я добрый. Пока меня не вынесут. Сейчас слышу. Я знаю. Ты что, ну человек будет разговаривать сам с собой? Я чуть чокнутый. Ну, порой вкладывайся такой. Ой, разбейте что-нибудь машину безопасности, пожалуйста. Я был бы не против. Опасно выехал, а? Просто надо крыло вас с этим резным свести вместе. Тогда будет вам машина безопасности. Далеко друг от друга. Сколько между ними? Ну нет, ну... О, Люк, сам себя убрал, молодец. Хороший. Второй раз. Заехал. Ну, конечно, лучше время показал, у меня же залагало. Комп офигел. Температура тормозов и шин оптимальная. В норме температура. Алло. О, не блочься ты. Тупая. Ник. Что? Как будто Клюев делся. Сам электрический, я же сказал. Да тампончики делают на каждом круге. Будущий Феттель. Осталось только выиграть, научиться. Индию. Его развернуло, да? Ну там со спины что-то. Нет. Я смотрю, вы не сильно расстроились, да, поэтому? Не, ну если он разъюпалит, я бы даже обрадовался. А если машина безопасности выехал, то вообще бы классно. Вот этого не надо, пожалуйста. Давай, Лёва. Лёша боится. А некому размен разбиваться. Фишова-то нет. Степан, Клюев, Резнов. Тут Игорь специалист по разбитию. Он на любой трассе умеет найти место, причем такое неожиданное. Потом, а я не знаю, я просто ехал, что-то понесло в стену. Да вот так есть, что? Второй перископ, да нет. Попробуй достать лидера. Это срезы пошли. Во-во-во-во, это что? Ни хрена ж себе. Разбился, это поребрик. Я еще где-то гравий умудрился найти здесь. Шпилька, что? А мне штраф дали, за что? За что я в гравии побывал? Отлично. Добро пожаловать. Добро пожаловать ко мне. К нам. Да. Задница. Спасибо.
ты слезунчик. Пронесло. Что там было? Ну, он ошибся. Ну, не чуть-чуть, так хорошо ошибся. Он, наверное, на пит-стоп пойдет. Да. О, как мне повезло. Нет, как это не печально. О-о-о! А чего это? Спасибо. Он впереди вас ехал или где? Да вроде сзади. Опять что случилось, наверное. Ехал тот четвертый. Он четвертый ехал? Ну до этого, да. Да, но потом перестоп и он показывает. Мне что-то случилось. Так он же просто вышел, там написали вышел, а потом соединение разорвало. Ну может что-то случилось там, не знаю. Крыло разбил, штрафы наполучал. Ну, Клео его увидел. Как вариант, да? Клео увидел, все. Миг ночи будет у меня. Хорошо мне напарник. Пользу приносит. Одним видом. Соперников выбирает. Типа как в хоккее там Гайи, бы. Если надо кого-нибудь там вынести, защитить лидера. О, Миша, а чё ты? Ну да. Кстати, где-то читал, что стоимость, вот, ну, чтобы вот такой автодром закупить, типа как Абу-Даби, там счёт идет на миллиарды. Я вот только не понимаю, за что тут платить? Дорогу эту положить несчастную? Блин, 5 километров, трибуны и всякие поребрища. Да ладно вон каким-нибудь этим гостям с Востока, блин. 500 рублей положат, всё, блин. За одну ночь. Ага. С востока. Не, ну и вот верно, конечно, просто все равно реально это как-то дорого. Ну, понятно, что все красиво, дорого, блин. Ну чтобы там несколько миллиардов стоило. Ну смотри, гостиница. Дальше, значит, все эти. В гостиницу давай и. Дай мне 100 000, ты за 100 000 постолю. Ну ты построишь одну звездочную отель, конечно. Нет, будет 5, блядь. По мастерам дресса. Чё, кто-нибудь куда-нибудь в Турции, блин? У них 5-звёздочные отели, они очень сомнительные. Очень. Я не знаю, если это 5 звезд, блин, то я балерина. Балерина. Наверное. Просто взять там какой-нибудь 5-звёздочный отель, там, знаешь, где-нибудь там Монте-Карло или в Вегасе. Ну и что? Ну 5 звезд, Миш, есть 5 звезд. Понимаешь, если у тебя 5 звезд, понимаешь, будет, в каждой стране 5 звезд, да, по-своему. Вот и я о чем. О, Леш, вот у меня были бы свои 5 звезд. Уборщица есть на этаже звезда, бля. Есть телевизор в номере, блин, за 1500 рублей звезда. Бассейн там какой-нибудь 2x2, блядь, надувной. 5-звездочный отель. Да ресепшн не Баба Дуся там, блин, по 80. Девочка, мальчик. Нейтрально. Нейтрально. Оно родил. Простой, ты говоришь. Я никогда не Момо. Почему, что ли, на Момо можно? Не, ну хотя, в принципе, это с Logitech тоже. Ну, я на что Момо еду. Да, наверное, на Женю если только ездит, не знаю. Финик, у тебя дыры? Да. Давайте друг друга все звать по фамилии. Ну, простите. Чухнов. Минардио. Петарда. Это не настоящая фамилия. Ты уверен? Уверен. Ты показывал. Уж я обманул. Я уже. Опа. Сафтикар, сафтикар, давай, 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 давай. Причем он специально разбился, кстати. Он был в стене после стартовой прямой. Прямо.
по карте. Значит, не будет машины безопасности. Ну да, будет. Далеко. Потому что он черт знает где разбился. Что-то у меня сейчас частота кадров резко упала. Не-не, не будет, не будет. Надо разбиться где-нибудь рядом с трассой. А, по-моему, там просто шанс. И не важно, ты думаешь, где. Пофиг, удары? Да. Ну, кстати, да, это же будут такие удары по барабану. Можно на пистоке раздолбать машину молотком. Сколько тебе до второго места? Чего? Сколько 36 тебе? Секунд. А, да. Ник второй? Там что-то Клюев кричит по стиму. Он прям видок глаза. Он, видимо, по этому поводу. Ты хочешь что-то проехал? Гу-га-га. Новая свежая мягкая резина. Вокруг дома пошел. Ай! Это свинство было, это свинство. Дима, записывал? Да, только, блин, на момент контакта уже. Там видно. А что случилось там? Ну, он просто не контер, там волну не влез. Ну, типа как Олег. А, ну как он и со мной сделал там. О, Миш прав, правда. Это свежее, это очень обычно. Похоже, впереди идущий гонщик вторая. Нига, ничего еще не потерял, но он ошибается много. У меня еще хватает. Отрыв 1 секунда. Пора задействовать систему снижения турбулентности. Кто это там сзади, блин? На форс-индии. Лёш, что ли? Чудо и гнат. Ух ты! Прикольно круто. Как вы видите, риск новый заканчивается. Это Япония. Риск. А! И 0-0-0-0. Да. 40 ему. Это было бесполезно. Же эмоции были, когда я получил штрафа. Есть смысл до финиша приезжать, это последний? Есть. Если ты последний, нет. Не особо. Ну, почти. Ты быстрее всех, блин, но так пороть планку, бля. Ты не видишь, что отсюда. Все время так. Максим, повелитель ТТ. Приехал хорошо, еду быстро, но мне просто не прет. Больше трень.
сам так себя, блин, настраиваешь, надо позитив отдавать. Да. Чего я сам все так? Выстраиваю. Ты еще не получишь? Что-нибудь случится обязательно, опять кто-нибудь там выйдет. Вообще это не дело, во-первых, это тактика Кирилла. Да поныть. Я не ною вообще. Я думаю, сейчас... Ну, надо, наверное. Нормально. Так, чтоб Кириллом стать. Ехал вначале быстро. Ко мне ездил. Да. Не заставил психануть. Да. Шлем. Привет. Привет. Ух ты, все фаршит. Может быть, это место будет. Двенадцать шесть. Дима, можешь, пожалуйста, решить, что все. За два сектора потерял 6 секунд. 7 да, 5. Не знаю, ей крыло целое. Шипсик сильный. Веник, ты четвертый? Угу. Фамилия? Это называют фамилия. Да нормально. Или надо Петеля тоже по имени сделать, Себастьян. Чё ты тут сравнил, блин? Две разные вещи. Себастьян. Семьянушка. Семушка. Семушка едет первый. Кстати, он почему-то Себастьян. Я тоже раньше думал, что Себастьян. Себастьян. Немец. Ну, по крайней мере, инженеры его называют Себастьян. Конечно, Себастьян. Немец. Себастьян! Я сюда, рад, сюда. Немецкий язык, кстати, очень прикольный, да. Берешь любое русское слово, добавляешь ищи, получается немецкое слово. Ищи. Ну я вот привезу. Ну он такой, он какой-то такой злой. Да нет, это всё. Чё, ты что, хан, я очень байсен, да, я.